Всем привет! Вы на канале Аленка. Мы сегодня будем другую игру снимать. Какую? Я не знаю, как она называется. Не знаешь? Ну покажешь, да? Сейчас. Так. Тебе надо ее копать где-то. Копать надо? А, вот. Я хочу в этой игре два питомца с вами купить. Так, а как она называется? Не знаю. А доставка какая? Ну вот, надо опять. Ну ладно, ладно, хорошо. Давай, потом назовешь. Так, вот тут зверей покупать. Я не одного зверя куплю, а два. Двух хочешь купить, да? Да, ну вот такая у меня черепашка есть. А, у меня такая есть. Так, вот, берем эту. Падай давай, кому говорят. Да? Привет, розовая. Еще мы купим. Сейчас я вам покажу. Мы сейчас с вами хомяка купим. Хомяк, вот да? За вот это. Но это не за кристаллы. Нет? Нет. Я, кстати, хочу одну испытку сделать. Что будет хомяк с колесом делать? А, ты будешь попробовать что, да? Да. Слышишь, а что он сразу заморался? В смысле, он выпачкался? Да. Ну, щечка у него грязная. Это потом тебе помою. Мне надо тебя испытать. Ты долго моешься. Какашечка. Какашечка. А ну, бегай. О. Тут не только, кстати, хомяк может бегать. Все, уже отбегал? Да, отбегал. Нормально я плечу. Ты их до 7 прокачала. Да? Ну, хомяка теперь надо этого вылечить. А что, он болеет? Ну вот, видишь, таблетку показывал сейчас. Подожди, хомячок. Мне надо тебе таблеточку еще дать. Все. Вот в этих сундуках посмотришь одну в рекламу, тебе дадут 3 кристалла. Да? Да, я так и делаю, чтобы получить зверей. Ну, мне, короче, вот. У тебя уже много зверей? Правда, надо всех. Сейчас я вам покажу, какие есть. Но у меня пока половина части дошла вот до сюда. То есть до сюда у меня такая есть. А теперь следующая. Смотри, вот 50 стоит, а это 45. Да? Как-то это странно. Ух ты. Вот. Вот тут. Сейчас мы вот тут хомяка купили. Тут попугаи, всякие зайцы, коты. Вот такая у меня есть собачка. Я ее выиграла. А вот это самые прикольные, дорогие. Ну, дорогие. Ну да, да. Это полдня надо копить. А полдня копить? Это, я думаю, больше копить надо. Полмесяца может. Да может и полмесяца. Правда, там дают по 3 кристалла. Да нет. Что купить можно? Не деньги. А, у меня нет денег. Ну ладно, я вам пока другое покажу штуку. Другую штуку. Лес. Там это. Что, реклама? Да. Ну что ж поделаешь. Ну реклама, значит, что. Да? Это реклама другой игры какой-то? Да-да. Какой-то дракон, да? Выключай. Что? Выключай рекламу. Видели такую рекламу? Да, ну пропускай ее. Сейчас, когда я ее пропущу? А, тут нет возможности пропустить ее? Да. Ну, правда, тут еще есть кнопка быстрее, чтобы не видеть. Но ее нету. Это в некоторых. А, да? Да. Вот. Вот, мы лес. Ну, давай, выходи из норки уже кто-нибудь. Давай. О. Давай, выходи. Что-то его там нет. Потом. О, киса. А, ну яблочек мне хватает, рыбки мне не хватает, и жучков не хватает. Я вот рыбки знаю, где добыть, мне лень. Вот жучков я не знаю, где добыть. А, ты не можешь ее принять к себе, да? Да. Но она дорогущая.
Тут, кстати, а вот выбегает. Вышел какой-то, да? Ну, у меня есть, только... Это барсук какой-то, да? Это собака. Это собака? Ну, у меня, правда, такая есть, но черная. Да? Я ее показала. А где попугай? Я не поняла, тут был зеленый Кеша. Ну, ты что, так вот собираешь еду, да? Ну, это просто собираю. Да? Угу. Ну, тебе тоже не вообще не смогу купить. Ну, это я не буду ничего отдавать. Кстати, туалетов мне надо много. Угу. Может, выйдем уже? Тут маленькое место. Кстати, мне 14 уровень. Угу. Где? Ничего нету, заработаю. А вот же как деньги можно заработать. Или у меня не... А, это я это... Уровень зарабатываю. Вот то, что я вот это тут все за деньги купила. Смотри, какой прикольный. Угу, это какой-то робот, да? Блин, что вы так недалеко поехали? Это обычная машинка первая. И где-то у меня сегодня купила фиолетовую машинку. А, вот она поехала. Едь. Ну, тут я кристаллы заработали. Точно, деньги забываются. Мне, правда, больше всего понравился вот этот робот. Я его называю Кеша. Робот Кеша? Угу. Это ты сама ему название дала? Ну, правда, Кеша один, но у него там единица нарисована. Вот видишь, это туалет, вот это туалет. И вот это туалет. А туалет я знаешь, где брала? Вот тут, вот. Вот этот 10 стоит. Вот это я купила дорогущий. Пока я ничего не смогу купить. Ну, когда закончится видео, я вот куплю вот эту ванну и вот эту. И когда накопишь, да? Ну да, рекламу посмотрю и все. Что это? Сложно, что ли? Вот это посмотреть. А, там в каждом сундуке по рекламе, да? Ну, три везде кристалла, видишь? Угу. У вас вот так. А то вообще деньги нет. Вот это все у меня такие. У меня пока кот один и хомяк один. И вот такая собачка. Если кому нравится, можно срисовать. А не, называть не буду. О. Ух ты, я ж забыла. Ух ты. А тут аксессуары можно какие-то купить, да? Да, за кристаллы. Я ж получила уровень. Дай посмотрим на всех. Ух ты, а хомяка я могу вот такой оставить, такой купить. На черепах то же самое. Или нет? Да-да, все то же самое. Ой, зачем я тебя прокачала? Ну ладно, когда для всех прокачаю, это будет за нолик. Не то случайно упало. А, не хватает. Ну и ладно, мы тут останемся. Вот мина. Ты что, я собаку продаю? Не. Собаку не продам. И вообще, зачем такая возможность есть? Ну, мало ли, может, тебе уже не нужен питомец. Ага, не нужен, нужен. А сколько у тебя тут питомцев? Там много. Много? О, я хочу вот такого, чтобы мой котик был львом. Да? Ты что? Смотри. У меня даже уровень больше этого. Да? Смотри, вот уровень. Угу. Кукурузой пахнет. Да? Да. Кукурузу готовят, да? Да. Смотри. О, смотри, вот такой у меня уровень. Да. Вот смотри, у меня вот такой уровень. И 14 уровень. Да. Ну и что это такое? Ну, 14 уровень. А там когда что было? Ну, скоро 15 у тебя будет. Угу. Скоро. Это надо, чтобы звездочки дособирать.
Ясно. Все. Всем пока и до скорых встреч. Да? Ага. И подписывайтесь на каналы. Да, на какие? На папин и на мой. И на твой, да? Да? Хорошо. Так все-таки, как твоя игра называлась? Потовка. Потом скажешь? Да, ну, в следующем видео. Хорошо, ладненько. До следующего видео, да? Угу.